Добрый вечер всем. Спасибо вам огромное за ваши добрые комментарии сегодня. Кто-то так чихнул, я испугалась очень громко. Комментариев на самом деле было много. Некоторые люди обижаются в последнее время, почему я не выхожу на стримы, на прямые трансляции, потому что привыкли общаться. Кто-то меня смотрел только по воскресеньям, кто-то только по пятницам. Смотрю, уже пишут мне, выходи хотя бы раз в неделю, потому что уже, наверное, около месяца стримов не было, трансляций не было. Я не выхожу на прямые эфиры, я смотрю, некоторые люди так... Не обижайтесь, пожалуйста, это не потому, что я не хочу общаться, я немного подустала за это время, но представьте, вот сколько у меня без выходных было, сколько время без выходных я снимала. Во-первых, 2,5 года я ежедневно веду видеодневник, и потом... Примерно с конца 22 года прямые эфиры пыталась вести. Ну, это нелегко, я вам скажу. Слушайте, такие чайки большие летают, очень большие, такие огромные как чайки. Вообще здесь красивая природа, красивые птички. Я сейчас, вы видели, наверное, из первых кадров сниму. Птички мешают. В общем, как-то вот так. Мне Амиран сегодня столько воды в глаза налил, поэтому сейчас... Можете видеть, я такая немного как зареванная. Это мне много воды в глаза попало. Я не плакала, честное слово. Все нормально. На прямую трансляцию, наверное, выйду сегодня. Приеду домой вечером и выйду. Приходите в 7 часов вечера на прямую трансляцию. Буду ждать всех хороших, нормальных, адекватных людей. Дай Бог пройдет без негатива. Ну, я, по крайней мере, надеюсь. Вы знаете, я всегда говорю, что вот, допустим, я не понимаю тех людей, не нравится тебе видео, просто пройди молча, пройди, не смотри, зачем писать какую-то гадость, изливать, почему сейчас столько происходит, столько ненависти в сердцах у людей. Я понимаю, идет война, но я вам скажу вот чисто со своей колокольни. Мне ведь жаль и тех парней, которые сейчас умирают на фронте. Я не понимаю, как вообще можно настолько испытывать ненависть к простым людям, испытывать ненависть к детям, то, что мне пишут. Некоторые говорили, то, что это все неправда, когда ты говоришь о угрозах, которые мне пишут, о проклятиях. Вчера сказала слово «проклёны». Что я услышала, друзья? Какой, Баша, какой кошмар, она говорит проклёны, она, наверное, у нее 3 класса образования, какой ужас, что за слово проклёны? Ну, вы знаете, в нашем наречии, я разговариваю на русском языке, всю жизнь разговариваю на русском языке, но, тем не менее, это Харьков, здесь есть такое украинское наречие, здесь проскакивают украинские слова в нашем русском языке, и что здесь такого? Это наоборот, это местный колорит, это харьковский говор, это прекрасно, что здесь плохого. Есть одесский говор, есть харьковский говор. Я вам могу сказать, что мне всегда все пишут зрители, когда харьковчане куда-то приезжают, их всегда слышно по говору. И раньше во всем Советском Союзе, вот если приезжают харьковчане, всегда все знали, о, с Харькова. Ну, потому что специфическая разговорная речь. И... Я уже не знаю. Скоро будут высасывать из пальца и придумывать какие-то небылицы. Так вот, по поводу проклятий. Такое слово вам больше нравится? Слово проклятие. На самом деле, суть же не в том, как ты это назовешь, а суть в том, что на самом деле это происходит. Люди позволяют себе такие ужасы. Люди позволяют себе... На самом деле это ужасно, то, что я выставила в Инстаграм, вы знаете, вот эта вот Ольга, многие меня спросили, зачем я это вообще выставила, это Ольга писала мне и в прошлом году на почту gmail-овскую, она у меня есть в описании канала, она мне писала регулярно гадости, проклятия, пожелания смерти моим детям, я не знаю, как таких людей земля носит. Когда-то один врач-психиатр, кстати, он профессор психиатрии, и вот у нас завязался разговор, он мне сказал... А ты знаешь, что сейчас же у нас не так, как, знаете,
в советской, ну, что такое методы советской психиатрии, знают, я думаю, многие. Сейчас у нас демократия, мы ж в Европу идем, и такие методы использовать нельзя. Сейчас люди в психиатрии, очень многие, даже в буйных отделениях, находятся с телефонами. Если их родственники им приносят телефоны, то они сидят с телефонами. И вот он мне говорит: а ты уверена, что тебе комментарии пишут здоровые люди? Дело в том, что на самом деле здоровых нет вообще, есть необследованные. Это не мои слова, это цитата профессора. А ты уверена, что тебе пишут комментарии здоровые люди? Ведь это может сидеть человек, реально лежать где-то в психиатрии. Просто пожалей, отнесись к этим комментариям, ну, с таким... пишут люди с диагнозом, что ты можешь сделать? А ничего ты не можешь сделать, только посочувствовать, бедняжечки. Ну, все, на самом деле нужно пожелать им, наверное, здоровья, и пусть Господь Бог как-то вразумит их и наставит на путь истины. И больше я ничего не могу сказать. Это я вам просто привела пример. На самом деле у меня есть скрины. Я как-то стараюсь не акцентироваться. Я в последнее время просто переключаю и все. И не блокирую, даже не вчитываюсь. Ну, просто решила уже, Любовь Николаевна говорит, когда ей уже это начали писать на ее телефон, она говорит: а может быть, ты все-таки покажешь своим зрителям, которые регулярно пишут, она считает комментарии, видят, там люди пишут: ты все врешь, тебе никто никогда не угрожает и не проклинает. Ну, спорный момент, проклинают регулярно. На самом деле сейчас очень многие те, кто ополчился, те, кто, ну, я думаю, вы видели там несколько особей, которые людьми, я вообще считаю, что назвать их нельзя, это особи, которые нацелены на разжигание ненависти между нашими народами. Я прошу сейчас послушайте меня внимательно, по возможности это видео размножьте, поотправляйте своим друзьям и знакомым, потому что это очень важно. У нас идет война, да, идет она уже давно, можно сказать, с 2014 года, активная фаза с 2022 года. Если нормальные все люди пытаются изо всех возможных сил показать то, что ненависти не должно быть, и тем самым это приближает мир, то есть такие разжигатели, которым мир не нужен. Им платят деньги, у них все нацелено только на одно, чтобы настроить друг против друга, чтобы показать, одни снимают, с одной стороны начинают разжигать ненависть, чтобы показать, смотрите, там среди тех людей нормальных нет. Другие снимают с другой стороны, чтобы показать, смотрите, среди тех людей нормальных нет. Да как вы, да какое вообще вы имеете право? Вам надо языки повырывать просто. Знаете, мне очень нравятся те методы, которые были вот до революции на Руси. Скажем так, до отмены крепостного права. Так вот, до отмены крепостного права таким людям, как вы, вырывали языки и правильно делали. Если бы сейчас у меня была возможность, я бы сделала то же самое. Тем, кто откровенно, не скрывая, призывает к убийству другого народа, разжигает вражду и ненависть межнациональную. Первое, что надо сделать, это вырвать языки. Идет страшная война, страшная, кровопролитная, братоубийственная война. Это действительно, знаете, вот как в Библии, брат на брата пошел, потому что есть очень много людей, которые по обе стороны фронта. Я видела различные ролики, я думаю, вы их видели, когда в одной семье брат воюет на один брат в одной армии, другой брат в другой армии. Отец в одной семье воюет в одной армии, сын в другой армии. Скажите мне, пожалуйста, это что за война такая? И находятся еще какие-то люди, которые считают, что они выполняют свой священный долг, призывая убивать других. Я не знаю, как земля носит этих нелюдей. Это нелюди. В любой стране, в любой, и в России, и в Украине,
и в других странах есть статья за межнациональное разжигание ненависти. Подумайте об этом. Призывать надо к миру. Призывать надо не к ненависти, а к миру. А то, что делаете вы, я не знаю, как это назвать. Я просто слов подобрать не могу. Просто не могу подобрать слов. Знаете, я сейчас сижу на фоне такого умиротворяющего пейзажа. Река. Нет, это не река, это такое озеро. Но, тем не менее, вокруг плавают уточки, летают, квакают лягушечки. Я нашла такое укромное местечко, чтобы снять для вас видео. Спасибо большое, кстати, за то, что сегодня мне написал, простите, я запамятовала ваше имя, специально даже сделала скрин, сохранила ваше имя, я сейчас так разнервничалась, чтобы это все сказать, запамятовала ваше имя, простите, пожалуйста, вот человек, он знает, о ком я говорю, он написал то, что в 2021 году Петр Авен выкупил, я сегодня спрашивала, может быть, в утреннем ролике, может быть, кто-то знает о судьбе коллекции агитационного фарфора Петра Авена, потому что меня волнует. Я не безразлична к судьбе этой коллекции, честно вам скажу. К судьбе Петра Авена я безразлична, а к судьбе его коллекции не безразлична. Так вот, ну, я считаю, что это все-таки достояние народа собрать такую коллекцию. Это, во-первых, труд. Это не так просто. Это, если есть деньги, я вам так скажу. Иметь просто миллионы, миллиарды, это не так просто. Ты можешь просто взять и накупить кучу подделок ненужного хлама. Здесь еще нужно понимать, тонко чувствовать, иметь вкус, разбираться. Он проделал большую работу. Его не просто консультировали люди, искусствоведы. И не просто он вкладывал деньги, он понимал, он различал, он знал, что он берет. Поэтому его коллекция, она, я считаю, достояние страны, народа. И гитфарфор, он очень сильно отражает жизнь советского народа 20-30-х годов. На самом деле, там можно вообще целые научные диссертации писать. Какое милое кваканье. И вот человек мне написал, что в 2021 году Авен купил в Риге огромное там какое-то помещение под свою коллекцию, то есть коллекцию он вывез в Ригу. Я так поняла. Вот так вот. Хотелось бы, конечно, посмотреть, я не видела никогда, когда это выставлялось где-то на выставках, я, естественно, этого не видела вживую, мне бы очень хотелось увидеть работы сестер Данько, Натальи и Елены, которых я никогда не видела. Есть даже такие работы, которые в единичном экземпляре. Во время войны, когда во время Великой Отечественной войны, когда завод не работал, все заводы были на оборону страны, переформатированы, и мне глаз начал дергаться, боже, что все нервы. Вот реально начал дергаться глаз. В общем, Наталья делала формы и запекала их, просто обжигала у себя в обычной печи дома. И они с Еленой вместе расписывали, делали, расписывали. И есть такие фигуры, которые в единственном экземпляре. Лошади, сейчас покажу. Там лошадки. Я не знаю, будет вам видно или нет, но там лошадки. Какая милота. Две лошадки. Угу. Как мило. Боже, сразу улучшается настроение, знаете, возле водички. Сколько нужно человеку до счастья? Просто мирное небо. Чтобы были твои близкие здоровы и рядом с тобой, и все. Но, к сожалению, сейчас такое происходит. Харьков обстреливается каждый день. Каждый день прилетают кабы. И
каждый человек, который сейчас находится в Харькове, играет в рулетку. Я не жалуюсь, ни в коем случае не подумайте. Это мой выбор. Я приняла это решение еще 25 февраля 2022 года. С того самого момента, когда начала видеодневник. С 25 числа. 24 у меня сначала было полное спокойствие. Я не верила, что может произойти то, что происходит сейчас. Я была уверена, что никогда в жизни не могут быть разрушены города русскоязычные. Это просто невозможно. Это не укладывалось вообще в мое сознание. В общем, с 25 числа я приняла решение, что никуда мы не поедем. Ну и не только я, естественно, мы с Рамазом. Все, друзья, приходите вечером на стрим в 7 часов. Всем доброй, тихой, мирной ночи. Сладких снов. Ты далеко? А с тобой же наоборот? Мама, нет, я не хочу. Я хочу сначала, хотя у нас туда поедет. Давай ты тогда будешь идти по вот этому вот. Будешь держаться и по той лесенке подымешься. Со мной? Ну, пойдем. Ну, пойдем. Да. Страшно? Что тебе страшно? Не бойся. Не страшно. Мы решили в глубокий бассейн сегодня пойти. Да, Амиран? Вчера купался в среднем, и сегодня говорит, я уже вырос, мне надо в глубокий бассейн. Да? Ну ты же сюда требовал. Да. Набесится? Ну хорошо, давай, давай, давай. Давай, выплывай. Сам подымешься? Давай, поднимайся. Осторожно. Все? А, ты спускаешься? Ну давай. Спускайся, спускайся. Давай. Глупенький? А да. Почему он глупенький? Ну, вот этот ресторанчик какой-то.
Осторожно, ребенок. Оп, вот это талантик. Да. Ты кушать хочешь? Да. Уже успел проголодаться? Когда ты успел? Не знаю. Я тоже не знаю. Я голодная. Голодная? Да, я могу спать. Я не могу спать. Не можешь ждать? Я голодная. Я просил не сылник. Я просил в ресторан. На воде. Я просил не сырник, я просил в ресторан. Вот, в общем. Вот, в общем. Да? Да. Там бар. Бар? Угу. Мои есть? Да. Напитки. Я голодный, я все уйду. Хочу оставаться. Подожди, мы еще должны бабушку подождать. Нет, хочу салат. Только потом идти. Хочу салат, хочу сейчас, я